твойнефтекамск.рф. Новости города. Форум. Доска бесплатных объявлений. Барахолка. Пиши по-русски. твойнефтекамск.рф. Мы шьем не просто халаты или пижамы. Мы шьем новогоднюю сказку для наших детей. Получается, что работа у нас сказочная. Созданием новогодней сказки здесь занялись год назад. Тогда были сшиты первые партии карнавальных костюмов. В этом году и модели новые, и объем уже намного больше. Сейчас в цехе полным ходом идет работа по пошиву костюмов для Снегурочки. 1300 комплектов для Дедов Морозов уже отправились к будущим владельцам. А вот нарядов для его внучки будет меньше – 800 штук. Сам дедушка популярнее своей родственницы. Костюм самой знаменитой внучки здесь шьют из бархата и искусственного меха размера 44 по 48. Но специальный дизайн костюма поможет подогнать его под любую снегурочью талию. Для тех, кого природа обделила тугой русой косой, в комплекте к костюму идет парик. Так что образ будет полным: голубенькая шубка, шапочка и золотистые локоны. К костюму Деда Мороза прилагается густая белая борода. Остается только надеть и начать творить новогодние чудеса. На изготовление костюма Деда Мороза в среднем затрачивается около получаса. Наряд для Снегурочки шьется дольше, около 2 часов. Как и в любом женском наряде, здесь много мелких, столь милых дамскому сердцу деталей. Во всем костюме Снегурочки моя операция изготовления манжеты. В день я их делаю до 100 штук. С помощью специального пресса на наряд наносится аппликация, которая имитирует вышивку на костюме. Ведь общий образ всегда создает именно незначительные детали. Работа не останавливается ни на минуту. Нужно успеть вовремя доставить новогоднюю сказку до адресата. Кроме основных персонажей праздника, здесь шьют и костюмы многих других героев новогодней елки. Кроме карнавальных костюмов Деда Мороза и Снегурочки, мы также изготавливаем других персонажей карнавальной ночи. Собачек, медведей, заек для малышей и подростков. А также символику будущего года – карнавальный костюм дракона. И, естественно, мягкие игрушки дракона. Сшитые нефтекамскими мастерицами образы сказочных героев поздравят жители не только нашей республики. Башкирские костюмы новогодних персонажей уже начали поставлять в другие города России. Полина Сюткина, Ренат Юмакаев. Информационная программа «Время новостей».